Вы сейчас на территории, в принципе. Уважаемый, я на территории Республики Мурманск. Хорошо? И нахожусь в зоне с повышенным режимом безопасности. Так? Или я не прав? Я нахожусь на территории Республики Мурманск в зоне с повышенным режимом безопасности. И что вы здесь делаете? Это мои сугубо личные дела. Провожу мониторинг, соблюдение прав человека на свободу передвижения. Да. Есть вопрос еще? Нет, товары не примещаю и не собираю. Я нахожусь на работе. Да. И что вы здесь делаете? Провожу мониторинг, как соблюдается права на свободу передвижения граждан и сухих. Все нормально. С точки... Есть нарушения. Нарушается статья 5 соглашение с правом. Да, а вы прочтите, вы же носите погоны. Право на свободу передвижения. Вас что-то задержит. Вот мы хотим продвинуться, а вы поставили машину. Так вы поставили машину.